более-менее по такой с темными прогалинами еще можно обгонять, но тут все обогнали сейчас. За нами КамАЗ, мы хотим от него оторваться, потому что КамАЗ это вонючка однозначно. Эти вот его остатки солярки. А где солярку я видел? По 800 тенге, да? Я видел же где-то, ты помнишь, нет? В сторону аэропорта. Да, ну это, наверное, Арктика вот эта, которая. 800 или по 900, думаю, мама моя, я не представляю, как бы что было, если сейчас вдруг у нас неожиданно бы стал КамАЗ. Все-таки уже в старости, уже в древности уже ничего не нужно. Да вот, обратите внимание, видите, сегодня заморозь-то был хороший, если в городе минус 18, тут, наверное, все минус 25 были, если не минус 30. Все-таки крещенские морозы, на удивление, слава богу, нас пожалели. Пожалели, потому что сегодня днем будет минус 15 где-то такого, это редко когда было. Но и в ноябре не было морозов никогда, как в этом году.